28 декабря в здании Управления гражданской обороны состоялась церемония награждения почетными грамотами сотрудников городского управления гражданской обороны. В торжественном собрании приняли участие глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев, заместитель председателя городского собрания депутатов Мирза Магомедов, начальник городского управления, а также представители общественности и местных СМИ. В поздравительной речи глава города Зайнудин Акмазов отметил важность слаженной и командные работы в деле обеспечения безопасности и спасения при чрезвычайных ситуациях. Ваша профессия – это та же, как профессия учителя, врача. Это благородная профессия – спасать людей, спасать имущество. И если мы хотим, чтобы наши подразделения работали много, чтобы у них было много работы, а вам можно пожелать только, чтобы у вас не было такой работы, чтобы вы, да, находились на своем посту, были всегда готовы прийти на помощь, но необходимости такого не было. Я хочу всех вас поздравить с вашим праздником профессиональным, пожелать вам успехов в вашей профессии, нелегком вашем труде. В преддверии, так как мы отмечаем ваш день, в преддверии Нового года, с наступающим Новым годом поздравить, пожелать добра, света и благополучия. Мирза Магомедов поздравил с Днем спасателя от имени председателя городского собрания депутатов Загид Салима Дадаева и выразил слова благодарности за проводимую работу. О вас очень много говорят в городской администрации, среди людей говорят, витнесы, что вы все. Эта команда хорошая, она, значит, на своем месте и сразу по первому отзыву принимает участие во всех, значит, нужных делах в городе. Эта служба очень нужная. Казалось, чтобы, значит, не приходилось обращаться, но без этого не бывает. Жизнь, она, значит, идет, город большой, много бывает разных случаев, поэтому мы все нужны. Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать всем, чтобы у вас было энергии, энтузиазма, чтобы вы всегда были в строю. Далее была проведена церемония награждения сотрудников Управления гражданской обороны, показавшие хорошие результаты по итогам 2018 года. Всего почетными грамотами и денежной премией были отмечены 12 человек. Кульминацией собрания стало награждение 10-летнего Магомеднура Асадулаева, который 20 ноября спас свою 20-летнюю сестру, отравившуюся угарным газом. Маленький герой был отмечен почетной грамотой за отвагу и мужество, проявленные при спасении человека, денежной премией и памятными подарками. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».